Урион предал свой лес, и теперь приходится он каким-то Иоракам защищать его. Я вас приветствую, друзья. Да, именно этот Иорак, можно сказать, последний оплот и последняя надежда лесных эльфов. Потому что, ну, он сидит далеко. Урион свалил за какой-то непонятной бретонской душонкой. Там сидит на берегу моря, попивает винишко и думает о том, что лес его сейчас жгут. Просто уничтожают. Ну как так можно? Ты правитель или не правитель? Блин, тут холм. Однозначно оттягиваем сейчас наши войска назад. Оттягиваем. Оттягиваем. Играем. Ну, не буду. Не буду играть, потому что сейчас там, по-моему, ж гадости всякие с нами творились. И 22 это тоже очень даже хорошо на данный момент. Так, Soulspite маг, монстры. Передовое развертывание вам сейчас не нужно. Вы охраняете фланги. Хотя не только фланги, зачем? Вот здесь все равно поставим. Все равно. Понятно, это не Дуртху уже. Это далеко не Дуртху. Ну и урахи тоже умеют удивлять. И урахи наверняка смогут нас чем-нибудь еще удивить. Но так как напали они, передового развертывания здесь не будет, к сожалению. А очень-очень жаль. Ладно, тогда вот здесь паркуйтесь и все. Паркуйтесь тогда здесь вместе с крабами. Зато есть куда поставить крабов. Начинайте идти. Вы же понимаете, что у вас выбора нет. Ой, сейчас сюда бы вот эту штукенцию бросить. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Прочистили вам трубы. Ну и теперь ждем откат, и когда вы подойдете. Так, Коронесса. Прикажи своей королеве стрелять по пехоте. Пока что по пехоте. Кавалерия сильно нам не нанесет большой урон. Она стрелковая, как ни крути. Так, давайте пушки будем использовать на лучниках сейчас. Я их у эльфов немножко пропускаю, а вот эти бронебойные можно. Ай, отлично. Ай, великолепно. Ай, ты умница моя. Королева вечная. Горите. Вот они. Стрелки появились. Объявились. Сейчас, вот смотри, тут как раз еще толпа подбежит. Ой, душевно, как мы заходим. Ой, как мы это все хорошо сейчас сделаем. Как это все красиво. Сейчас начнут работать стрелки наши. Скоро вот-во-во-во-во-во. Уже пошли пушечки. У нас же еще очень хороший огненный урон у всех должен быть. Мы сейчас сжигаем древний. Сжигаем дотла. Все, Ронесса, переключай пушку. Они еще вон тут замедлились, что-то решили пишку. Нифига себе вы пафосные глыбы, а. Я б, когда стреляет вот эта королева бесовская, я б на пеший шаг не переходил бы ни в коем случае. Вот, ну ни в коем бы случае не переходил бы на пеший шаг. Это же смерти подобно. Погнали петь песенки. Че бы еще использовать-то, а? Давай вот, смоем их. Чуть-чуть. Оп, водичкой. Почистили, отлично.
Можем вот здесь крабов призвать. Вот здесь, наверное, стражей пути сейчас будем расстреливать. При помощи королевы. Остальных-то мы уже, по сути, уничтожили. Они еще об этом не знают, но они уже точно уничтожены. Ну что еще скажете? Что-то осталось у вас? Нет? Только бежать? Только назад? Правильно, правильно. Бегите. Так, ну что, расстреливаем. Давайте я вам скоординирую тогда действия ваши. А то вы, я смотрю, немножко как-то растерялись. Не знаете, на кого нападать, что делать, кого стрелять. Некоторые вообще даже не стреляли, видели? А что это у нас тут за рыбка попалась? Что это у нас тут в рыбацких сетях? Наши сети притащили мертвеца, да? Хотя мертвец-то еще неплохо держится, я бы сказал бы. Сейчас крабами их задержим. Вот, отлично. Крабами задержали. Все есть. Ну, королева Бэйс пусть разбирается со стрелками. Пока что. Кстати, вот эту плюшку я забываю сейчас использовать в этом прохождении. За пиратов. А это ж очень крутая тема. Это ж невероятно крутая тема. Уничтожаем всех. Ох ты, серую магию врубила, и как больно. Ох. Ты практически вовремя, я бы сказал, бы ее применил. Так, убиваем еще одного вот этого. Он не так шустро бегает. Блин, по Аранесе больнее приходится. Аранеса, уходи, 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 уходи. Я тебя, конечно, лечу, но не настолько. Твоя страховка не покрывает это все дело. Че ты страшила? Ну, у меня, когда говорят дриады, у меня вот такой вот, знаете, образ красивой девушки, такой нимфочки. Но точно не вот это то, что мы видим в Вархаммере. Ну, так что таких дриад можно уничтожать. Они ломают мои стереотипы. Я понимаю, что они духи леса, но... Ну, все равно. Что, помечтать нельзя, что ли? Мечтать можно всегда. Мечтать нужно. Мечтать полезно. Королева Бэйс лучшая из всех, как всегда, но остальное... Так, прибавка. Так, это отступил или новый стек он нанимает? Так, давайте ускоряться. Че, ну Орион, он сидит. Орион бесполезен. На Ориону можно забить. А, пусть бретонцы как раз прокачают Каркасон. К моменту нашего прихода здесь хотя бы пару уровней будет. Вот. Так-то сейчас и так пару уровней, ну, хотя бы до третьего докачают. Хотя бы до третьего. Так, зеленокожий Вакх, это хорошо, это радует. Зеленокожие, молодцы. Вакх вам нужен, Вакх как нужен вам Вакх. Даже пограничное княжество начинаете щемить. Ай, мужчины, а. Слушай, вот они, графы-вампиры. Влад... Командует Изабелла 10 уровня всего лишь, офигеть.
Влад 23-го, что ж ты за своей дамой так не следишь-то, а? Не ухаживаешь за ней. Чё она у тебя? Такое ощущение, что на ней вся империя тренировалась снова. И то она должна была уже опыта набраться. Или ты вообще после того прохождения за империю стараешься ее держать подальше от битвы, а то вон всякие извращенцы приходят, тренируются на твоей женушке, да? Ну тоже, да, как бы нехорошо. Нехорошо так получается. Так, здесь новая армия. Все-таки та была полностью разрушена. Значит, мы что делаем? Нападаем на этот город именно. Пока он не успел ничего там нанять. Пока он не успел никого там собрать. Мы снова на автобое. Быстро, оперативно. Мы уже сражались. Так что знаем, что там за лес. И с чем его есть. Поэтому заверните нам уже его так, чтобы мы процесс готовки сам не видели. Забираем. Снова без потери. Отлично. Причем потери на автобой здесь в данном случае, по-моему, прям идентичны. Кроме того, как мы дуб вековой потеряли одного пирата Сартозы. Ну там-то посерьезнее вроде бы пацаны посчитали, наверное, были. Все-таки великий дуб. Не хухры-мухры. Вот пирата одного сели. А дальше все идет по накатанной. Да, все наверх. Наковальне строим все. Вот это и ресурс. Плюс пушка. Стандартный набор. Аронесса, Солт Спайт. Ну, паркуйся здесь. В принципе, чертог мы сейчас забираем и все. Я думал, в лесу будет сложнее, если честно. Я думал, что даже в лесу будет сложнее, но нет, нифига. Нифига, в лесу тут не намного сложно. Боевое стадо хаоса. У нас, кстати, с ними отношения хорошие. Он вассал. А мы с ним можем договориться сейчас. Мы с ним можем сейчас договориться. Так, графство вампиров, с вами торговать по-прежнему нельзя. Зеленокожие, с вами все хорошо, но торговать, к сожалению, вновь не можем. И до сих пор ничего не изменилось. На Гаронт отношения почему-то ухудшаются с вами. О, хаос. Мы из тех, кто может с вами договориться. Да, у нас отношения должны улучшаться, между прочим. Чертяка ты. Чертяка ты рогатая. Сетра, сетра, сетра. Ладно. Че, тут еще вон хауситы ходят. Надо их догнать. Надо их догнать, надо их наказать. Зловещую поляну захватывать не будем. Тут только и придется заниматься тем, что ее охранять. Так, ты сиди, Джеки. Вокруг тебя ничего не происходит. Я смотрю, как-то Норска не сильно тащимит хаос. К сожалению. К сожалению, не сильно он их ищимит. Все. Занимаемся строительством. Бухта. Ух ты, мы вышли из бухты. Ну и все. Слил все бабки. Можно забыть про это. Конец хода. Эх, остался всего лишь один городишко. Всего лишь один маленький городишко отделяет нас практически от победы над эльфами. Дальше все. Нет, Теклис не проиграл, конечно же, здесь. Он даже не сражался за все-таки черепушку. Тут такого не может быть. Наверное, у искусственного интеллекта. Я даже не знаю, ему даются бонусы за сбор этих всех плюшек. По идее. Он-то, если их проплывает, но только случайно, да, через них. Он в любом случае ее забирает. Он получает ли полноценную плюшку или нет? О, скавины нападают. Поможем скавинам. Поможем нашим братьям меньшим. Без проблем там. Скавины устроили засаду хаосу. Вот так легко, наверное, еще хаос не отхватывал никогда.
так легко. Обычно мы отбивались при помощи засад, там каких-то осад, ну, то есть, либо ловили армии на подходе, либо чаще всего защищался гарнизон с небольшим там усилением, да, какой-то армии элитной, наших наемников или что-то в этом роде. Как-то, в общем, пытались отбиваться. А сейчас он просто получает по щам. Да, это первая волна всего лишь. Это всего лишь первая волна. Но когда я проходил за Алитанара, если я правильно помню, вторая пришла волна еще когда мы не успели добить первую. Тут по щам получит первая волна, я так чувствую, придется ждать еще вторую. Мы и так в этом прохождении ждали долго. Но так как сила наша не росла, территории у нас были маленькие, хаос очень долго приходил. Так, не, отстань. И мы спокойно себя чувствовали без хаоса. Для победы нам-то этот хаос и не нужен вообще никак. Нам не нужно его уничтожать, нам не нужно его побеждать. Нам нужно договориться со всеми нашими, чтобы они все-таки начали побеждать. Вот здесь на территории все-таки, ну как-то начали теснить, потому что, ну, о, Маринбург. Я только про него хотел сказать, что ну, хоть кто-нибудь, чтобы Маринбург захватил. Красавцы, графы вампиры. Красавцы. Уважаю, респект. Вот слуги хаоса уже уничтожены. Здесь мы водопадный чертог сейчас. Такой им водопад устроим. Сейчас, Аронесса. Отключи. Давай, подходи. Так, а кто у тебя прокачался? Стрелок? Давай, мушкетон ему возьмем. Сейчас докачаем ему мушкетон, и потом уже... Он будет настоящий мужиком. Оккупировать. Водопад. По уже знакомой схеме. Застраиваем. За империю тоже там красный этот регион был, насколько я помню. Ну, не в этом счастье. Сам факт. Мы захватили город. Так, все, возвращайся, Аронесса, вот сюда. Сейчас мы пойдем бить Ориона, который почему-то часть армии распустил. Или он, наверное, не боевые потери несет, что ли, здесь. Сидит в городишке своем. И несет потери. Лес-то он слил уже. Нет леса у лесных эльфов. Это что за лесные эльфы без леса-то? Это уже не лесные. Уклонение. А ты только у нас начинаешь свое шествие. Ты только начинаешь. Ну чё, хаос здесь повержен. Давай по плюшкам посмотрим, что здесь рядышком есть. Мы можем вот этих пощемить. Ну, зачем? Пусть темные эльфы занимаются этим. Они с ними воюют, пусть и разбираются. Так, здесь плюшка есть, вот и все. Только здесь. Ну, окей, погнали. Погнали. Можешь даже ускорение использовать, разрешаю. О, бонс. Руни царей, и сейчас только строительством нужно заняться. Стены возводим. Ресурс есть, денежку, значит. Альбион. Ну, давай на денежку. Дороговато выходит, но ничего страшного. Лес. Лес давайте пока что не трогать больше. Лес пока больше не трогаем. Коридор тут тоже не горит ничего, с артоза тем более. Вот здесь стены, город, порт, деньги. Вот они, деньги и заканчиваются у нас. Торгово. Ну давай в Тиранок здесь. Тоже деньги есть. И по-любому еще где-то деньги можно построить. Нет, не по-любому. Герой не перемещался, забудьте, конец хода. Значит, лесные эльфы уничтожены. Можно уже с ними прощаться, уже можно им писать завещание. Нам нужно искать нового соперника. Бретония. В целом, опять же, если идти на гномов, которые, смотрите, там нет-нет, начинают брыкаться, да?
все-таки, наверное, стоит отправлять Аронессу. На гномов, так как они бронированы, они хороши, они мощные, они могут нас потрепать. Так что лучше отправим вот сюда. Как раз княжества эти побережные можем захватить. Аронесса и щемить гномов, дальше продолжать помогать. И там выходить уже в южные земли, если нам нужны какие-то там... А там территории какие-то нужны. Какие-то определенные территории нам нужны. Тем более, вон, я смотрю, гномы уничтожают. Наверняка же гномы. Кто тут еще мог уничтожить руины, создать этого города? Не, ну козлоногие могли. Еще, кстати. А вторая армия, которая сейчас в лесу базируется, она пойдет по берегу Бретонии. Все-таки, наверное, Бретонию сейчас начнем также шатать. И выйдет уже на Норска. И у нас уже две армии начнут уничтожать Норска. Ну, нафиг нам эти земли там... неблагоприятные, насколько я помню, сильно не нужны. Мы будем просто выжигать их. Мы будем их просто выжигать. За счет лагеря мы восполняем потери добротно. Мы очень хорошо восполняем потери и можем себе позволить не захватывать территории. Главное уничтожить полностью Норска, а там какие-нибудь бретонцы, если набегут, пусть набегают. Они любители засеивать пустоши хаоса. Потому что Архаон, ну, не справляется. Очевидно, не справляется. Если за гномов он там хотя бы что-то уже поуничтожал, он заметный след оставил в истории. То здесь как-то вообще... Я не вижу. Не вижу, чтоб он что-то уничтожил. Ну вот он, да. Ментаж этот ходит. Да чего вы тут ходите? Вы ничего, даже вот банально самые ближайшие к вам поселения вы не смогли уничтожить. Самые ближайшие. Ну как так-то, а? Как так? Обидно, что еще Норска могут, по идее, существовать без поселений. Это значит, не сильно-то зайдет тема с их уничтожением. Блин, а здесь сейчас только еще один момент. Придется, наверное, вторую армию пока не уводить. Допустим, посадить ее где-то здесь и наводить порядок. Все-таки сейчас будем вкладываться в эти все территории, дабы у нас не было восстания. В лесу-то прежде еще нужно навести порядок. Аронесса уже может уходить отсюда. Аронесса может уплывать отсюда. Так, давай, храм Карры. Карра. Карра. Ты кто такой, Карра? Плывем. На задание мы забиваем. Бонс, двухпалый. Джеки короткоручка нам светит здесь. Ну, ничего не происходит, смотрите. Причем они-то не охраняют особо эту территорию. Они там воюют. А здесь тоже трог вон темных. Он даже на эти пустоши анголы тут нападает. Ну, мы рушим, в общем, ваши земли. С вашего позволения, по-любому. А вы нам не запрещаете, я знаю. Вы нам разрешаете. Так, это тоже, в принципе, у меня сейчас осталось по строительству. Тут, ну, денег нет. Да и строить мы можем только в лесу. Только в лес залазить и строить. Только в лесу. Так, значит, план пока что утверждаем. Стопы. План утверждаем. Аронесса идет в южные земли, потом в южных землях там что-то наводит порядок и в крайнем случае плывет в Люстрию снова, где нам нужно уничтожить этого несчастного Харкона. И вот у меня сейчас возник такой момент, такая идея, что возможно доверить уничтожение Харкона Лизардменам. Если они сейчас побеждают скавенов, пусть они идут. Мы не будем их здесь защищать. Мы не станем буферной зоной. Я брошу эти земли. Я их солью. Даже если автобой будет верить в нас. Мы начнем битву, я солью эти поселения. А армию уведу. Просто уведу куда-нибудь. Пусть они будут возле берегов плавать. И если что, нанесут удар в спину. И Харкон так: и ты, Брут. Да, и мы воткнем ему по самый Брут. Все. Пока что план такой.
как быстро он реализуется, потому что Аронессе нужно все-таки добить еще одного подлеца. Это будет видно. Ну, тут и Сетра уже начинает вроде как более-менее себя представлять что-то. Избыток. Тилия. Тилия. А там у меня разве не все развито в Тилии? По-моему, у меня уже максимальный размер поселения. Там смысла от этого избытка нет. В меди прикольная тема, что, да, когда захватываешь поселение, уровень развития поселения не уменьшается. Хоть ты как бы уничтожаешь поселение, хоть нет. Опа, бретонцы так-то говорят, еще проиграю сейчас. Ну, давайте проверим. Первая победа, да. Бретонцы тут в туманчике немножко постояли, постояли и не смогли справиться. Технология, рефлексы, нежити. Рост матросов. Стоимость оживления, сопротивление магии. Защитная шкура, нетопыри, десант, террорегейст. В общем, все, что я не нанимал. Давай вот. Колоссов чуть качнем. В общем, все, что я не использую. Ну, не знаю, мне они не заходят. Даже террор, ну нет необходимости. Если, допустим, за тех же графов-вампиров я их брал. Потому что это единственный такой прям серьезный отряд, который мог помочь, и у него есть преимущество против крупных целей, то у этих вампиров нет. У террора преимущество против крупных целей. Так что здесь это имеет меньше смысла. Так, давай душевную скверну. Все, наводим порядок. Просто тихо, спокойно. Так, собирай плюшку. Навигейтинг. И плыви. Ну вот, как-нибудь вот так, чтобы только не попал ты в водоворот событий всех. К чему нам эти потери? Давай, раз такая тема, сейчас мы тебе прокачаем парус. Тебе бежать скоро, наверное, придется. Беженцем прикинемся. Из Люстрии. Якобы мы не можем сдержать натиск лизардменов. Прости, Харкон. Мы вот, ну, сделали все, что могли, но вот буквально... А, вот Миральяна, да, все-таки не до максимального уровня раскачан. Мы сделали все, что могли, ну, блин, ну они просто неудержимы. Мы их вообще никак не можем наказать. Ну лизардмены это мощь, это мощь. Калидор, Сафери, во-во, есть еще деньги на что-то. Есть еще деньги в наших селениях. Еще не все у нас растащили пираты. Еще не все они разворовали. Марати, кстати, вон, видите, хочет вернуть свои поселения. Она начинает на Теклиса сейчас давить. И скоро Хексуатлю достанется от Марати. Скоро достанется. Я этот стек, кстати, двухпалого... сейчас перетащу поближе к вратам. И если хауситы потом начнут возникать, то они как раз будут помогать Марате защищать эти территории. На юге до нас, ну, вряд ли кто-то добежит. И все-таки там у нас, как бы, всегда есть резерв элиты. У меня он стабильно присутствует. Не вижу смысла его нанимать в регулярной армии. Тем более, чаще всего, что при прокачке полководца... ну, обычные отряды, элитные, с золотыми лычками. Ну, не то, что прям превосходят, но не уступают элитным. А самое главное, они могут возникнуть одновременно, плюс еще у зомбаков здесь призыв определенный есть. И там мы как минимум дюжину бойцов резко в городе, вот здесь, в нашем убежище Ноктилуса бывшем. Соберем какую-то банду, если вдруг они поплывут. Ну, а на Сартозе, по идее, там... ну, даже на Сартозе создадим. Нет-нет, хауситы туда доплывали. Я помню, они и Сталию бывали, любили грабить. Тилию тоже побережье любили. Вот так вот. Тоже вот так вот все любили, вот это. Мириться опять.
Ну давай. Помнишь правила, да? 8 сотен. Высокая, ну окей. Не будем сейчас новые правила придумывать. 8 сотен и миримся. Пока что правила не изменились. Так, день дураков. Ну давай. Деньги, давай. День дурака устроим. 29 тысяч. Не сильно много заработаем, но... Неплохо все равно. Мастер! Перебегай вот сюда давай лучше. Давай. Тут у нас порядок уже прям великолепный. Никаких проблем не будет. Колосс. Давай, ладно. С восполнением потерь потом разберемся. Да, Ранесочка? Queen. Крепость Верити возьмем. А то начал качать отдельно. Не-не-не, подожди. Отставить. Фух, успел. А то я наугад жмякал. Мне микрофон закрывает клавиатуру. Нападаем на Ориона. Тебя мы разобьем лично. Мы тебе предоставим такую возможность сразиться с Аронессой напоследок. У тебя поселения не ост... А, не, у тебя еще в Исталии же остались поселения. Точнее, одно поселение, если Скавины или там Козлоногие его не уничтожат, ну, ты сможешь еще возродиться. Хотя можно сказать, Аронессе по пути сейчас она как раз в те земли, чтобы уничтожила вас. Так, здесь тоже отходим, чтобы склон нам не мешал. Здесь идеальная такая площадка есть. Очень хорошая. Для нашей аронессовской тактики прям идеально заходящая. Единственный вариант, что там иногда приходится частенько кидать заклинания, следить за всеми по возможности, ну, чтобы нас не били. Там даже не то, что доставать приказами, мол, стреляйте этого, не стреляйте этого, делайте то, не делайте это. Не, просто следить, чтобы кавалерия не добралась. Остальное все. Можно было бы вот так вот включать и смотреть, наблюдать. Наслаждаться красотой лесных эльфов. В этом прохождении мы их не скоро увидим. Но хочется верить, что их обновят, и я однозначно начну за какого-нибудь нового героя. За Лариэль. Ариэль. Подружку подвезет. То есть, ну, жена Ориона, да, там, тоже полубог. В общем, вот эти вот все движухи их. Ой, как хорошо здесь зашел. Я думал, вообще сейчас вскользь чисто так погладим их по голове слегка и все. Нет, зашли хорошо прям. Давай вот сюда. А то ты по полководцу стреляешь от этого. Дети не появляются. В лесу у тебя часть лучников, но наши духи уже начинают выходить. Краб ничок. Краб потерпит. Ох, как хорошо. Ох, как сейчас душевно все это происходит. Пошла песня. А не спеть ли нам песню? Как я всегда вспоминаю сразу об этой песенке. Ох, как хорошо здесь. И стрелки были, и пехота, и все зашло как нужно. Только вот крабу больно. Не делайте крабу больно, пожалуйста. Он когда-то был живым существом. Зачем вы делаете крабу больно? Он же потом жалуется мне. Не делайте больно крабу. С
Сартоза Файтес. Давай, 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 давай. Жги. Вот, вот сюда можешь прям сжечь. Погнали, 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 погнали. Уважаемая. Есть контакт, отлично. Тебя вот обижают, я смотрю, нехорошо это. Но ничего. Не беда. Стрелки, вы же должны понимать, что здесь сейчас нужно помочь. Вы как-то смотрите на это дело все пассивно. Я думал, как-то мы обойдемся вообще без потерь. Ну ладно, у вас же все-таки Ориона нужно. Напоследок, да, как бы вроде бы. Он сражался достойно, так чуть ему поддадимся. Король уходит со сцены. Он должен сделать это хотя бы достойно. Хотя, ну, хотя бы чуть-чуть поддадимся ему. Он, вон одного сейчас, смотрите, как вообще накажет один отряд. И второй там практически наказал. Прям молодец. Если сейчас королева Бест туда зайдет... Но у вас был шанс. Мы вам давали его. Че, Орион? Че ты, оревный пацан? Давай, Гунф, я тебе даже бомбочку подарю, хочешь? Хочешь, даже попрошу королеву Бесс ради тебя? Она начинала стрелять вначале, но вот вновь попросим. Погасить. Вот нафига тебе лук здесь, если ты все равно кидаешься копьем, а? Так, 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 вот однако ты лучше отойди. Потому что Аранеса-то справится. Аранеса мы знаем, что справимся, а ты вот я не факт. Я бы не сказал бы, что факт. Все, погнали. Да, надо будет краба... Выключить у Аранеса, она уже что, 40 уровень, да? Она катается на крабе, она-то симпатичней. О-хо-хо-хо-хо-хо, бочка Рома. Сейчас кому-то прилетит после боя. Это ты в меня бочку Рома кинул, да? Она-то замедлила еще. Это ж бочка Рома замедлила нас. Аранесочку. Так, расстреляйте, ребятки. О-о-о-о-о. Блин, я даже приблизиться не успел. Его уже казнили. Его уже казнили. Так, может быть, даже два отряда мы потеряли. Вот этих вот стражей глубин. Ну, посидим сейчас, наймем парочку, без проблем. Как раз порядок наведем в этой провинции. Ну, все будет великолепно. Как раз Аранеса получит плюшку за победу над Орионом. И мы... Продолжим нашу кампанию. 219, 193. Молодцы стрелки. Крабы хотели обидеть нашего. Да, двоих мы потеряли. Двоих. Оккупируем снова территорию. Дисциплина плюс 4 в лесу, атака в ближнем бою в лесу. Я не хочу в лесу сражаться. Надеюсь, не придется никогда. Больше. Всегда в это хочется верить. Всегда. Так, здесь тебе скорость восполнения потерь мы еще увеличиваем. Ну, мало ли, вдруг на какой-то враждебной территории. О, а здесь же мы на своей земле. Мы не в лесу, так что время найма один ход. Здесь мы практически на родной земле. Давай ранение еще в каче. Ну что, друзья, на этом предлагаю закончить серию. С лесными эльфами, по сути, мы разобрались. О, они даже уничтожены уже. Уже скавины разобрались с ними. Че, совсем, да, скавины добили их. Битва, битва. Да, лесные эльфы уничтожены. Я что-то даже не заметил. Последний бой был. Даже по пути не придется их уничтожать. Прощайте, прощайте, лесные эльфы. С вами было интересно, но вы как-то легли быстро. Орион предал вас. Вот на месте...
я подумал бы вас, кого бы выбрать новым полубогом. Ну, кандидатуры есть, конечно, не буду намекать, не буду навязываться, но вы подумайте над этим, эльф, вы подумайте. До следующего видео, друзья мои. Всем добра.